Для очистки солей, например, каменной соли, используют кристаллизацию. Кристаллизация или выпаривание основана на явлениях растворения и испарения. Вначале природную соль растворяют в воде. Полученный раствор фильтруют. В результате получается раствор поваренной соли, очищенный от песка, глины и других нерастворимых в воде примесей. Затем соль выделяют из раствора выпариванием, при котором вода испаряется, а в фарфоровой чашке остаются кристаллы соли.